Всем привет, ребята. Рассказываю, что случилось. Ведь я всегда все рассказываю на YouTube. Каждое мое мероприятие практически. Блин, откашляться надо. Боже мой, мне еще и плохо не стало. Я, короче, снимала. Вот так вот иду. Большой плюс. Нету снега, но есть зато дожди. Так что здесь все в грязюке. Круглый год, все в грязюке. Ну, не весь круглый год. Зато уже в мае или в апреле можно ходить в шортах уже. Наверное. Я еще это не проверяла, и мы потом проверим. Ребята, у меня еще немножко осталось, и мы добьем. У меня будет 100 подписчиков, давайте их добью. Давайте, сколько нам нужно? Так, это 8, да? Не могу сосчитать. Так, подождите, 8. Вроде бы нам нужно 18 подписчиков. Ребята, пожалуйста, подпишитесь. Еще чуть-чуть и будет 100 подписчиков. А когда будет 100 подписчиков, я вам расскажу такое. Так что все зависит от вас. Хотите вы... или не хотите. Если хотите, то подписывайтесь. А если не хотите, то не подписывайтесь. Кому нравится, тот подписывается и ставит мне лайки. Ну, в ваших постях. Вот так вот. Что я помню? Катя, ты пойдешь гулять? Почему? Почему нет? Не, на улице. Ну потому что ты вот так одета. Танюсеньки. Ну Катя, да на улице нормально. Почему на улице очень даже хорошо? Я не знаю, что теперь я могу вообще вот так вот это. Вот. Ну ладно. Может, здесь? Или я здесь подожду лучше. Собирайся. Катя убивает, конечно, ребят, сложно, но легко. Потому что отчаянно гуляла, потому что я немножко приболела, конечно. Ну я как, я не до конца лечусь, но все равно я как здоровая почти. Так бывает, покашляю 3 раза и все. Еще часто чихаю. Так что если что, услышите вот так. То это я точно. Ну, либо Катя. Out of flowers, У нас вот здесь в апартаментах очень большая, ну не редкость, но этот очень как распространены эти краны. Вот. Так берешь и так сколько стоит? И вот водичка. Это у Кати на воду, вот там стоит. Вот там, ты просто открываешь, и там вода идет. Чистая вода просто из дома, из труб. Наверное. И еще у Маши такой фонтан, я потом вам покажу. Мы один раз, короче, у Маши фонтан открыли, и там как такой спуск был, и там вот так вот к фонтану, и как такая решетка, ну, чтобы вода стекала. И, короче, я отправляла свое ЛП это видео. Если, конечно, у меня сохранится. Если девочки еще решатся такое повторить, или, я не знаю, я как-нибудь переделаю это видео, то, может быть, выложу на YouTube-канал, как мы топим землю. Сегодня, ребят, я еду либо на, как в церковь, похоже, ну, в гости. Да, в гости. Там ребята с церкви будут. Так что я, наверное, никак не поеду. Либо в гости к моим друзьям. Короче, в любом случае, мама сказала, я либо в гости поеду, либо
ну, как, в церкви, к гостям поеду. Что-то я сам искать. У меня такие волосы короткие, конечно, в хвостике. Если скажет остановить, то я остановлю. И мы видео завершим. Ой. Вот. Что и требовалось доказать. Чихнула. Ну, Катю заразить вероятность вот столько. Не, вот столько. Вероятность 3%, а все остальные 97% куда-то улетели. Я сейчас дома, где живет кошечка. Не кошечка, показалось. Сапоги тут одену, значит. Я так смотрю, ты прям выбежала. Окей. Куда пойдем дальше? Пойдем. Будем играть. Я хочу. Я не знаю. Я хочу. У нас, ты знаешь игру мотель? Я хочу на велосипеде. Типа это моя машина. Подожди, а ты знаешь игру мотель? У меня, кстати, новые джинсы. Смотри. Я не знаю. Прикольные, да? Ты не знаешь такую игру? Или знаешь? Если не знаешь, я тебе объясню. Это какое? Очень прикольно. Мотель. Нет, не знаю. Играет там этот... там все с апартментов играют. Ну, там Дани в основном там всякие. Ну, объясни давай. Еще играет там Влас с Тимуром там. Короче, смотри, мы попадаем... Здесь стоит наш цветочек. Окей. Цветочек. Типа мы идем в собачий парк, это наш мотель. Там есть, короче... А если там будет собака? Там, конечно, я сейчас скажу, конечно, плохое слово, но ладно. Короче, есть они называют, есть такой говносад, говнобудка и говноугол. Да, там где какашки. И все. И ты, короче, если плохо себя ведешь, то ты попадаешь туда. Я просто, короче, пришла в первый раз, сказали, так, ты иди туда, в сад. Ну, в тот. И короче, там, типа, должны быть какашки собачьи. Я такая... Он сказал, за линию не выходить. Я такая, да окей. А вот тут-то с краешку нету ничего. И все, меня потом просто в трубу... Ну, как в трубу? Ну, похоже. Ну, я поняла. Да, в ту трубу. И все, и мы что-то придумали. Ну, мы можем прокататься на велосипедах. Конечно, давай, только у меня вопрос. Кстати, у меня новые доски. Какие? Один у меня новые доски. А тут маленькие, хотим отдать Сашке. Уже сидушку понизили. Так что понизили. И хотим еще забыли... Вот, ребят, короче, как я рассказывала, оттуда вот так вот потекла вода. Аккуратно. Вот так, и туда. О, боже мой. Алекс пылесосит. Я, может быть, сегодня поеду, либо... Я Кате не рассказывала, так что еще раз повторю. Если кто-то не услышал. Короче, я поеду либо в гости к своей как подружке. Ну, неважно, короче. Или либо я поеду как, типа... Куда едет, типа, Эмилия, там, на этот, как его, типа, как в церковь, ну, там, друзья в церкви собираются все наши, ну, короче, ты поняла, что-то похожее, мам, то есть я сказала, я либо пойду в гости, либо, ну, как в церковь, ну, похоже, ну, ты поняла, да, все, она говорит, ну, да, получается, ты в любом случае куда-то поедешь, все такая, ю-ху! Вот, Алина, завтра же вторник, да? Сегодня вторник. Так что вечером ко мне не стучись. Почему? Потому что я могу уехать в церковь. Вита! Что, не будем с Витой гулять? Ну ладно. Давай покатаемся, а потом попозже к ним зайдем, что-то узнаем. Ну блин, они постоянно... Я на моем новом велосипеде буду. Вот Маша и Вита, они как будто только о себе и думают. Ну знаешь как, смотри. Потому что
как тебе объяснить-то? А, все. Они будто лучшие подружки, и Маша с Витой, они прям безразлучны. Я говорю, нет, мы с ней безразлучны, потому что мы с Витой очень часто играем, очень часто гуляем. Нет, в апартаментах мы очень редко почти не гуляем, только если с тобой, Витой и мной. В школе мы очень часто вместе гуляем. Прям каждый день в школе вместе гуляем. И мы еще похожи очень сильно. У нас у обоих каре. И еще то, что у вас... обоих 7 лет. И что это еще ничего не дает? Ну, волосы почти одинаковые. И глаза тоже. У меня зеленые, у Виты зеленые. У Виты такие же глаза, как у меня. И мы вместе говорим по-русски. Ну, это логично. Ну да, это логично вообще. Моя вот такая вот английская подруга, вот такая английская подруга говорит, вы сёстры. Ну, она говорит, а что она говорит именно? We sisters? Или что она? Какая она можно... говорит только по-английски, я уже забыла как это по-английски. Вы сёстры, вы не подружки, вы сёстры, потому что вы двое похожи. Знаешь, почему она говорит? Так, подожди еще раз. Вы сестры, это, наверное, вы, я не знаю как. Ну и sisters. Not friends because... Даже я не знаю. Потому что вы очень сильно похожи, это я не знаю как по-английски. Я только знаю, ну типа, вы. Вы забыла как? Sisters, not friends, because... Это что, не знаю. Because это потому что... я, короче, скажу. Типа, they, они... Короче, типа, как-то вы по-английски. Sisters, сестры. Not friends, не друзья. Because это потому что... Ну, там что-то... Нет, она у нас спросила. Вы сестры, мы сказали нет. Ну, это логично, потому что мы сказали нет. Потому что у нас почти одинаковые классы. Я вот здесь вот, я буква Х, Вита буква А. Так вы в разных классах выходите? Да. Но я смотрю, у меня Е3, а у Виты Е2. Ага. Ничего не понятно. Ладно, Кать, пойдем за велосипедами. И все думают, что мы сестры. Даже моя подруга говорит, да вы точно сестры. Даже не говорите, что не сестры, вы просто это скрываете. А ты бы сказала ей свою фамилию? Ну, она, конечно, может сказать, вы врете, конечно, но... Ладно, ребят, пока. Мы будем кататься на велосипедах. Пока.